В Одессе масштабное ДТП. Одна женщина погибла, множество пострадавших. По предварительным данным, внедорожник Mitsubishi выехал на встречную полосу движения и там столкнулся с рейсовым автобусом, а его, в свою очередь, отбросило на маршрутное такси. В результате серьезно пострадала женщина-водитель внедорожника. Позже она скончалась в больнице. Кроме того, травму получили еще 12 человек, включая пассажиров автобуса, а также дети, которые находились в салоне внедорожника. За попередніми даними, там знаходилось троє дітей, немовля, що знаходилося в дитячому кріслі, неушкоджене, і ще двоє дітей отримали незначні ушкодження, які не загрожують їхньому життю.